ночную футболку. А, хорошо. 24 добрый июня. Приехала полиция. Домой, знакомый. Добрый день. Как вас дела? Как говорите? Как дела, говорю? Слава Богу. Ну, хорошо. Мимо ну пройдет. Вот мамонтовская статья. Вы, наверное, такого человека знаете, Рипутский. Вот. Ага. Спецкорреспондент. Вот епископ к нам приезжал. А это прошлый год, да, было? Нет, не прошлый год, еще раньше. Это да? Русский дом. Журнал для тех, кто любит Россию. Не видел. Очень сильный журнал. Очень. По благословению патриарха Кирилла выходит. Вот, видите? Ну, а вы мне дадите почитать? Ну, как? Вот здесь можете прочитать. Тут три страницы. Это номер такой. Ну, я сам даже за ним заезжал в Москву. Вот это вот прочитайте. Вот маленький куплет. Ну, пойдемте в тенек, на солнце. Вслух прочитайте. Это вообще упало. Ну, так, видимо, ребятишки сейчас. Это Коля уронил, это я знаю. Послушайте. Вот здесь остановите стенечки, почитайте. Слух, читайте, послушайте. Да ну я прочитаю, зачем я буду слух. Интересно? Когда мы когда проезжали, они дали несколько экземпляров, мы в столичных городах оставляли там в Берлине, в Париже, в Лиссабоне, везде. Это очень сильный журнал. Ясненько. Вот. Это главный редактор. Так а в интервью где давали? Там он. Не здесь. А сюда Рипутский был, приезжал. Вот тебе пишет вот. Как он был, где бы. Где был, где обедал, все прочитал. Так. А еще один вздох, так, минутку. А вот это вот, начните отсюда. Вот это вот. Угу. Спрашивает, Теряевку меня, говорит, примите? Если интересно. А, он? А? Он сам? Он сам, вот. Вот старейший работник у вас, видимо, смотри как. По Теряевке не разрешается ходить в оголенном виде, ну и так далее. Решаюсь проверить свою благонадежность у Игнатия Тихоновича. А меня, если что, возьмете на проживание? Лапкин аж окидывает меня испытывающим взглядом. Затем, знаем тебя давно, про поселок писал честно, без вранья. Не куришь, не пьешь, а как насчет матерщины? Обойдусь без оного, Игнатий Тихонович. Подходишь, выносит он вердикт, бороду только надо будет отпустить. А вы там дом кто-то строит или что-то? Где? Вот новый. Да, это Алёшка строит. В прошлом году как обманули. Кто? Ну кто? Ваши строители, Мамонтова. Взяли деньги за все и ничего не назад, ни дома нет еще. А там дом строили, построили? А это его брат родной. А, брат. Ну. Это брат. А нам как сейчас, мы вот здесь сможем выехать? Ну, конечно. Мы заехали, то вот здесь кругом проедем. Вам куда ехать-то? Ну, мы на Корчино сейчас. Ну, на Корчино. Вот, я не знаю, Моринские, говорят, запрудили. А вот озеро-то делали. Не вы его делали же? Где? А вот где-то вот здесь, на въезде-то, с левой стороны. Да, там купаются. Вы делали? Ну, это старое восстановили. Ну, оно, что там, оно... это кусты, я помню, что прошлый год все, что-то тартара. Да. Запустили, да. Воды набрали, все? Набрали. Рыбку так там и купаются, ребятишкам там дно ровное, коряк нету и глубина вот такая, потому что надо было... Ну это она на выезде вон там, да, с да. правой стороны, ну я помню, что... А рыбу вы что-то хотели запускать, по-моему? А рыбу не здесь, здесь запустили, ловили ее. А, вот здесь? Да. А что за рыбу? Тоже подняли озеро. Сейчас восстанавливаем первый мостик, послезавтра должен бульдозер привезти из Барнаула. А здесь какая рыба? Да, нынче нас запекли бобры, три пруда погубили. Ушли?
Бобры. Ну, бобры, я понял. Ну, да? Ушли вот дамбы. Вот такие вот, вот такие норы, все, но вода хлещет, все продавленное. Заново все заталкивается. Я звонил Мамонтов, там ваши эти. Мы разберемся. На... Что разбираться-то? А рыба какая у вас здесь? Ну, карпов купили. Карпов? Да. Малька? Мальков привезли. Это они совсем мальки уже. Вот такие вот примерно. Ну, они... Здравствуйте, здравствуйте. Ну, они грамм по 500, наверное, вырастают. Да, зимой ловили. А говорили, что-то ленек у вас тоже здесь есть где-то. Нет, не знаю, карась был. Тут сейчас воду-то подняли, повыше-то, значит, не промерзает, сохраняется. А нынче Рыжковский пруд, там в конце деревни, в самом конце, в прошлом году, он метра 4 была бы глубина. Они проели все, под самое днище прогрызли в разных местах, и вода вся оттуда пошла. Не остановить ничего не могли. Ясненько. Ладно, что, поедем дальше. Ну, если так вы поедете, вам только здесь вот как дорога идет, так вот здесь железной дороги надо. Ну, мы там и ехали. Нынче-то лагеря нет, никого нет. Мы его сформировали совсем. Больше не будет. Прошлый год хватило. А нельзя бороться. Раньше при коммунистах было, вот нападали, ну все-таки 45 лет лагерь. Ну, мы же прошлого года приезжали. Да, можно было говорить. А тут как? Роспотребнадзор. 110 тысяч человек задействовано. 110 тысяч. Они получают не по 2 рубля. Вы прикиньте. И на их слушать, что суды, что прокуратура, что полиция. Все на их стороне. Но главное, в прошлом году-то они меня подали, а суд им отказал в иске. Они не стали даже оспаривать. Они говорят, как может отвечать община, когда лагерь на 19 лет раньше возник-то. Ну, на днях я судью все-таки нашел, поблагодарил. Зарецкая Татьяна Валерьевна. Ладно, не будем вас тоже ничего отвлекать. Нет, а мы только из бани пришли. Баня топится сегодня. Суббота же. Ну, да. Видите, приехал кран на мятый. Бревна-то какие огромные. Ну, да. Ну, в прошлом году такой обман был, он обращался к вам, что-то говорили, я не знаю, что там, а что с них возьмешь? Люди на обмане привыкли жить. Ладно, Игнат Тихонович, всего все доброго, хорошего. Поедем. До свидания. До свидания. До свидания. Все хорошо, с Богом. Все, уехали. Вот наш тополек стоит. Качели вот там ребятишки качаются. Тут ворота все как положено. Вот. Все. Заехали, посмотрели. Так им по службе надо. Правильно делают. Если без умысла какого. А, Тихоныч. Что? Все. А как ты их увидел? Где? Ребятишки сказали. А как они сказали? Они прям сюда зашли-то, они с бани выходили. Вся-то рукавичка. Да. Похоже на мою. Полиция приехала. Так это начальник уголовного розыска, наверное, да? Ну, уголовный, не уголовный, но начальник он там. Уголовного розыска, да. В прошлом году был 2 раза. Ну и что они? Ничего, ласка, внимание, ничего больше не было. Я показал журналы, поехали они, спросили как. Никаких нигде. Ни задоринки, ни песчинки нету. А что, проезжали мимо? Проезжали мимо, дескать, заехали узнать, тем более знакомых. Поздоровался 3 раза по ручке. Ну что, благослови их Бог. Лагеря-то еще нет. Я говорю, нет, нету. Его и не будет никогда больше. Я говорю, невозможно. На их стороне. Роспотребнадзор, говорю, 110 тысяч человек. Вся прокуратура, полиция, суды. С кем бороться-то? И условия-то пишут такие, как вот я получаю пенсию 6500 рублей. Они говорят, а прожиточный минимум 18. Я говорю, что ты не имеешь права жить. Потому что тебе надо остальные 12 тысяч воровать. Ну, да. Я говорю, я не ворую, я живу, я репей ем и то другое. Это не имеешь права репей есть, можешь отравиться. Мы тебя расстреляем. Что же ты, ну, хоть какой-то конец-то может быть. На 6 тысяч, а прожиточный 18. Ну я живу. Живу, не болею, а вы болеете. Помираете раньше моего. Ну ладно, на сестер позвать. Подожди, сестер позвать. Все. Ну, отдай Володе.
Да, там Рома приехал. Он полностью заряженный.